Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Ирод Великий. Ирод Великий около 73-4 года до нашей эры. Царь Иудеи, назначенный на этот пост римской администрации примерно в 40 году до нашей эры. Ирод был способным администратором, но из-за своей политики, эллинизации, не имел популярности в еврейской среде. В конце царствования Ирода все члены его семьи были убиты. Возможно, что это дело рук Августа. Ирод Великий, тот самый царь Ирод, который у евангелиста Матфея отдает приказ об избиении младенцев, то есть об уничтожении всех детей мужского пола в Вифлееме для того, чтобы убить новорожденного Христа. Впрочем, не существует никаких свидетельств, подтверждающих эту распространенную легенду. В средневековых пьесах Ирод всегда выступает в роли безжалостного тирана. Имя Ирода стало нарицательным, символизирующим самодурство и жестокость. Ну, вот так вкратце о Ироде Великом. Ирод Великий – царь Иудеи, назначенный на этот пост римской администрации. Пока-пока, до свидания.